вообще вот так вот, да? Ну, молодец. Готовимся. Паралимпийская сборная Северной Кореи. Вот мы хотим это, ну, интернет-конкурс. Вернее, предложили. Что, я инвалид, он инвалид, Серега не инвалид, но... Да, таких, ну, просто помогает. Кто этот инвалид? Я инвалид, да? Ну, а что, выбрось это в чистополе, блин, только Игорь Бусурманский. Судьба такая. Я бы, ты с Димитрием, знаешь, мы же себе не выбирали нифига, так, конечно, так просто вышло. Но если есть возможность кому-то, например, своим путем поддержать, может, ты с детства болею такое рождаешься. По поводу поддержать. У тебя канал в Ютубе сколько? 222 человека. 222 ровно. А на этом? На ВКонтакте? Может, это? Тоже человек 100, наверное, 200. Короче, не самые популярные, в общем. Не самые популярные ребята в интернете. Есть такая организация, очень хорошая, кстати. Помогает людям. По раскрутке интернета? Нет. Наоборот, ее надо раскрутить. Ну мы можем помочь, данная, если она... Данная организация денег не платит. По одной простой причине, потому что это Красный Крест. А, ну я хотел сказать, кстати, ты не представился, Димитрий. Это братан наш. Тамплиер и Красный Крест. Только не думайте, это не враг русского народа. Это тамплиеры, они как бы хранители, да? Банка. Нет, мы хранители знаний, так скажем, веры Христовой. Настоящий христианин курит химический пар, не выпускает ни сигареты, ни вредные какие-то, а просто отказывается, чтобы понимали. И дружит с нами, с родноверами. Чей деньга? Тебя. Че, помочь надо? Меня помочь, да, надо? Подошел. Им надо помочь в том, что... Тебя, у тебя как с кровью? Смысл? Фильм Блейд, часть четвертая. У тебя как с кровью, братишка? Не болел ничем, там водками. Слава богу, я не знаю просто этих, но у меня кровь, я не сдаю кровь на анализы по разным рода причинам, но у меня ее просто забракуют. Потому что меня два раза в год медикаментозом напихают. У меня она не это. Ты вот парней спроси, как у них с кровью. А у вас как с кровью? А зачем, надо переливание или что-то делать? Людям нужна кровь, кровь доставать, да? Всегда. Элементарно. Димитрий, не знаю, вот честно скажу, мое мнение, сейчас парни скажут, но вот я скажу свое мнение. Тоннами кровь сдается, и мне все-таки сдается, что теория про всяких вот, кто проводит обряды, там, купание в крови или там, я не говорю, что именно это кто-то из твоих знакомых, но это есть. И на то и люди тоннами крови сдают. Ну пусть они купаются в этой крови, но есть же люди, которые попадают в больницы, и вдруг этому человеку, который попал в больницу, вольют мою кровь, его кровь. Сейчас научились уже создавать все виды крови, группы под группы даже. Да. Сейчас она уже это есть. И ты спасешь жизнь человеку. А кто он я купается? Понял. Что наша задача? Да что он купается? Сдать кровь. Что задача надо сделать, скажи. Я тебя в группу. Закину контакт, так. Это председатель Красного Креста Саратовского. Так, это который ты футболку, да, зажилил? Я говорю, Димитрий, дай футболку, блин, Красный Крест. А ты мне говоришь, нет, не дам. Помнишь, ты футболки гонял? Классно. Это орден тамплиера, так что-то. Это не Красный Крест. Красный Крестовская у тебя футболка нет. Была? Помнишь? Татьяна, помнишь, нет. Два года назад приходил знак. Футболки? Да нет, ты футболки приходил. Ты футболки прям приходил. На футболке знак был? Значит, Красный Крест. Тамплиеров? Значит... Да. А, блин, а что ты пожадничал? Она форма одежды, да? Сказал бы, брату подарил. Я бы ходил бы тоже, как тамплиер. Кто такой брат? Для христианина, знаешь? Да, это брат. Тот, кто молится с тобой, тот, кто хлеб делит с тобой. Блин, братан, я с тобой молюсь и делил хлеб сотни раз. Ничего, что у нас вероисповедания разные. Как разные? Ты веришь в Бога? Ты веришь в Бога? В Иисуса Христа. Вот в это я приходил. А еще была черная. Кажется, или синяя. Нет? Вот это было? Ну вот она, да, значит это. Я тоже верю в Иисуса Христа, только в воплощениях, ну, во множестве. Многоликость, да, многоликость создателя. Так, ну ты задачу нарезай, что надо сделать. Я тебе просто в группу ВКонтакте
в твое это, ССК вместе? СКК. СКК, СКК, да. Да, на это. СКК в СМС-ком этот отправляй. Да, я тебе просто отправлю, да, или там Денису, или тебе, чтобы ты дали. Ну там вот, не там... я, не Денис навряд ли будет, там кто-нибудь будет. То есть скажи, с Серегой договорился. Да, то есть... Ну там никакого порожняка, никакой гадости, ничего? Ну какие гадости? Ты приходишь в центр переливания крови, ты сдаешь кровь. Смотрю ты, Blade 2. Ты... Нет, я не люблю такие фильмы. Да, блин, хороший фильм, там тип пришел в центр по переливанию крови, его пригласили. А, это про вампиров и «Ходящий днем», все. Да, пригласили дядьку. Это того фильма в обед 300 лет, еще в школе учился, наверное. 99-го года фильм, 2000. Ну, просто он пришел тоже ничего, такой... Ничего, что я 87-го года, я как раз в школе-то и учился. Как раз ты, да. Как раз... А, нифига, ты в это... А, ну да, в принципе, да. Как раз ты видел. Но он пришел, и это, ему так не понравилось, что он лицо аж вот так треснуло. Прикинь, когда он начал ругаться с ним. Я, конечно... Не кури, братан, не надо. Это даже в самолетах разрешено. А что это такое? А значит, у нас самолет этот, эталон сравнения. Ну, что кальян. А вкус чего? Кальян, дым, яблоки там. Дым просто? Дым. А, дым. Вкус дыма. Это у меня, сейчас, Дмитрий рассказывал, парень, у меня сейчас вопрос такой, давайте мы сейчас... Нет, я тебе сейчас, секунду, передам, по поводу треснутого. Серг тогда крути. Это то, что у него лопнуло. Лопнуло, это да. Называется от жадости. Он хотел поделиться, наоборот. А, ну, он значит, хотел поделиться, ну, и лопнуло. От радости. Но он их всех убил. Да? Да. У него вот так вот лицо разъехалось, и там оказались... Убивать не есть хорошо. Рот. Я помнится, тамплиеры вырезали пачками. И хорошо, нехорошо, не разбили. Неся слово Господне, правильно? А что вы, скажи, а что вы к нам два раза приходили-то, крестовые походы организовывали? А что вот вы забыли здесь? Божий гроб искали? То же самое. То же самое. Нести слово Господне. Ну, видишь, дед мой давал вам. При этом, видишь, по щам. И его дед, и его, наверное, и твой дед тоже по щам. Твой не давал, твой получал по щам на Чудском озере. В чем суть, что итог-то другой, итог-то получается... Все равно слово принесли, да? Да, крестили, слово принесли, так что... Предали собаки мои. Но при всем при этом, это, нет, братан, ты мне вот брат, потому что душа у тебя же есть, ты же душевный. Конечно. Ну и все. Остальное мне религия вообще, ты же знаешь, без разницы. Что бывает, делят между собой казаки или еще кто-то да, делит. Да, кстати, вот мне интересно, ты, вот по идее, ты же... Ты же казак? Я ведический православный. Ты у Сергея Сергеевича? Нет, я у Владимира Владимировича. Лично его. Ну как это, Сергей? Я не помню такого. У меня на видео он есть где-то там на кругу. Всем здравия. Я, кстати, послал этих казаков. Далеко? Да. Дмитрий, давай, парни, у меня задача одна. Скажи, сколько времени? А вы что, собрались? 20:53. А пересвет до сколько работает? До 9 или до 10. Хочешь пирожок? Да. У нас сегодня 8 число, день рождения клуба. Сейчас я пойду пить. Поздравляю. Сходишь? Да, ну, давай, схожу. С Серым? Ну, Серег, пусть покрутится. Серег, к сожалению, я не хочешь смогу. Хочешь, пошли вдвоем? Пойдем, сходим, прогуляемся. Да? Ну, давайте только быстро. Мы сейчас с Димитром поговорите, поговорим. Пожалуйста. Да, давайте только быстро. Потому что сейчас еще на полчасика надо затратить. А что, пойдем кофейку попьем, да по делам пойдешь. Да, у меня же... К делам. Туда? Да. Да, сейчас пока все соберутся, пока мы дойдем. Как всегда, он пока Стасян колесо открутит. Да, так что вот так вот. А он поэтому что-нибудь. Попротянись. Да не, у меня сейчас руки забиты вообще жестко. А ты не руками, как называется-то это? Нет, просто спиной. А, сейчас из карманов. Ой. Не кверх ногами, а вот так потянуться. Просто что, как это, знаешь, как по тягушке с утреца. Отправляй, Дмитрий, что сможем, поможем. Но вот самого меня забракуют, скажут, кровь моя. У меня же медикаментов. Просто надо, чтобы рассылку на канал в Ютубе сделали. Потому что не все знают, что есть Красный Крест в Саратовской области. То есть вот этот парниша, он сам по себе очень отзывчивый. У него стоматология своя. Он, короче, тесть. Он зять помощника губернатора Саратовской области, что ли. Но при этом никогда у тести денег не просил. Никогда в жизни. И никогда, короче, все сам, понял? Ну, молодец, с трудится. Маленького кабинетика стоматологического он сделал свою клинику. Все. Еврей? Нет. Еврей, нет? Потому что евреи любят стоматологию, ломбарды. Он, кстати, казак.
А, да и еврейка закинут. Донской, Юра, в Биробиджане есть это. Есть еврейский автономный округ, Биробиджан, там казаки, еврейские. Серега, знаешь, вот я честно, как вот я посмотрел здесь на всех местных там, казаков, да? Вот. У меня прям слова одни кажется. Вот, дед казак, отец твой сын казачий, ты говорит, хрен собачий. Вот, ну, это кому? Кому так говорят? Ну, кому-то? Вообще, так, вот в наше время. Ну, большинство сборища пьяни, рвани, вообще в казачестве не шарят ничего от слова совсем. Но люди подвержены страстям, ты же сам понимаешь. Неси слово Божье тогда, неси, говори, что парень делает. Понимаешь? Со мной никто дружить поэтому не хочет, что я им нам на протяжении многих лет это бы высказывал. Они со мной не хотят дружить. Понимаешь, смотри, вот, ну, вот как... Ругаются. Как здороваются казаки? Знаешь, например, вот ты был в казачестве, я знаю. Что значит я родился, братан? Ну, что значит ну, был, ну, я родился? Как здороваться? А это где, как здоровый? Я постоянно с тобой здороваюсь. Да, я тебе говорю, братан, здорово живем. Тише. Еще три вариации, в зависимости от утра, дня и вечера. Да. Конечно. Но мне это не интересно. Я всегда утверждаю, что все хорошо. Да. Я отвечаю на это, все, слава богу, неважно, плохо или хорошо, да? Все хорошо. Поэтому это я тебе еще в начале же говорил, что по какой делается, причине. Что не делается, из Божьего плеча. Да, пироги с капустой, да, или с морковью. Че там, как вообще жизнь публичная, творческая, карантинная, что там интересного? Ну, я сейчас, я не знаю, значит, публичный, там всего там духи, я не очень сейчас публичный. Ну, на игры не ездишь, ничего, на страйкбольные страйкбол, там. В команде, все, езжу. Ну, я имел в виду публичные вот эти вот. А, в страйкбол езжу, гоняю. Ну, это не то, что публичные, я для себя езжу. Ну, уж там с народом же. Там. Ну, там, да, своя команда там, все прочее. Да, я это, Петруху-то видел, он в долге же состоит. Петр Захар? Да. Ну, так-то да, он же это, страйкболист. Да, он меня не узнал. Там, где? Ты на игре его видел? Да. Когда, что там было? Ой, да. Надо ему просто, ему может просто напомнить, сказать, Петр, что там. Ну, он с пулеметом был, он с пулеметом. Да, но у них там пулемет был, но он был обвешен в броне, как, я не знаю. Как Захар? В экзоскелете, что ли? Ну, не экзоскелет, но там у него там броня прям там. Чуть ли не этот, не бронекостюм сапер один, да. А эти, какой это, игрушки? Привод? Ну, не, какой, да, что у него, АКМ, АК, ну, нет, ВАУ. У них АКМ был, то есть, ну, пулемет, ой, АКМ был, РПК, вот. Или печенек, ну, короче, что-то я не обратил внимания, там стоял. У него, как-то у него калаш, калаш у него, да, у него калаш должен, ПК у него должен был быть, у него, Захар, я знаю, ПК должен быть, и один из, этот, из, как это, вот, приводов, АКМ, наверное, или АК-74М, или АК-74. Я Ксюха его просто обвешал. Этот ОБС переточил. Пистоли какие-нибудь? Не, я не любитель пистолетов. Смысл? Если у меня автоматическое оружие, смысл на пистолет? Ну, фиг его знает, чисто, знаешь, вжиться в роль, в игру, прям, чтобы... Дурачка? Здесь. Ну, зачем? Ну, хорошо. В здании, ну, грубо сказать. Ты же служил в армии, служил в Ставрополе, служил в десанте. У тебя дофига автоматчиков с пистолетами бегали? Да нет, ты что, по срочке вообще пистолет не полагается. Не, я имею в виду, знаешь, может быть, просто кончился магазин, не перезаряжать его. Не знаю, там, я просто не знаю, как там... Да, действительно, перезарядить, то есть тебе... Надо поменять там, обойму. Среднем достать из нагрудника, им же выбить и вставить, то есть там, ну, 2 секунды, да, там. Может быть, 3. Меньше. Но... Не, а может быть, кончился вообще, слово вообще совсем. А, ну, значит, ты трижды дебил. Тогда если у тебя кончились патроны, не ты у меня, можешь... не, братан. Нет, ты но я тебе, в смысле, я тебе образ. Я не говорю, что про тебя, я говорю для бойца. А что ты мне говоришь, что сам? Я... Если, допустим, есть у кого-то там закончилось, ну, всякое же, может быть, бывает, отстрелял, там, в пылу сражения 3-4 магазина уйдет, прям за несколько минут уходит. Да. А просто здесь бах, пистолет. Это я, знаешь, как спросил, потому что если люди вживаются прям в роль, и тем более долг, это же тематика сталкерская. Ну, да. Они же там тоже, видишь, этому пулеметом отстрелялся, бах-бах, с пистоля, пару гранат туда с горохом. Гранат у вас с горохом или просто дымовуха? Нет, есть с горохом, есть с дымом, есть с шарами.
Нет, ну смотри, Серёж, ты знаешь, вот как есть одни хорошие слова, чтобы с военным на поле боя там, начать рукопашный там биться с ножом, да, так. Ну там ножевое дело, ему надо потерять свое основное оружие, там, ну сломать или там патроны править, да, просто. То есть не найти на поле боя ни у кого никакого оружия и найти такого же долбоеба с ножом, как и он, знаешь. Я тебе сейчас прикол скажу. У меня был жесточайший конфликт, когда один из молодых офицеров, ну какого-то современных, озвучил эти слова. Ну как бы мы с ним сцепились нереально. Он разнервничал, знаешь, по какой причине? Когда я ему сказал, брателло, лично на моей служивой памяти, я знаю 3 человека, кто с чехами в рукопашную дрались, потому что закончился боекомплект, потому что от взрывов разметало все оружие, перемешанные были трупы русских и врагов. Я тебе на моей службе 3, представляешь, 3, которые сталкивались в рукопашную. Дмитрий, братан, грызли друг друга. Грызли. Там же. Поэтому, когда во Второй мировой войне тоже грызли. Вот, поэтому, когда так люди мне, ну, когда сейчас сказал пример, я хотел спросить, они знакомы ли ты как же его зовут? Летеха, да. Не помню, ну не суть так, Кирилл, кажется, не суть. Ну так, наверное, хороший парень, но он тоже, знаешь, озвучил эту тему, которая категорически неправильная. Просто я, например, ну... 1 сентября, 1 марта, какая дата? 2000 года, 1 марта. 6-я рота. 6-я рота, да, погибла. На высоте, 776-я, что ли, высота. Представляешь, в рукопашную бились? Ну... Да. И такое есть. Это и есть рукопашный бой. И прикладами кончились. Когда, например, люди ну, говорят, или особенно в кино показывают, вот он отстрелял все, выбрасывает оружие. Да ни в коем случае. Автомат это дубина. Нет, автомат дубина, это 3 килограмма. Конечно. Либо тот же там... С размахом. Или типа мелкие стволы, это тот же кастет. Поэтому здесь... Нет, понимаешь, ну просто... Случаев очень много, серьезно. Это сейчас не то время, почему? Потому что я даже для страйкбола я беру минимум 6 магазинов с собой. Они за вот если это брать, они же быстро кончаются, отстреливаются же очень быстро. Из какого это? В каждом магазине по 140 шаров. Я не знаю просто сколько страйкбол, я знаю 30-ник, если брать один дослунный в стволе, то 30 штук будет боекомплект. Да, если ты не цепляешь РПКшный магазин на 45. Братан, есть и на 90 есть такие болванки. Можно вообще вот так завернуть 3 раза. Но смысл такой, ствол просто тупо начинает через 400 выстрелов, начинает уже тяжело. Я вот считаю, что... Ну, в принципе, он нужен для порезать что-нибудь. То есть, потому что вот на моей памяти, там, например, в Дагестане, в Чеченской Республике, с каким бы численностью мы не столкнулись, навсегда были патроны. Ну, по-любому, если брать из понимания того, что боекомплект надо брать, снова я вот знаю, ребятишек носили. Ты стандартно 13 магазинов, 13. Мы взяли пирог. Все, пойдемте, да. Пойдемте, кофе попьем. Я просто раз...